Готов, да? Дмитрий Александрович, ну расскажите, пожалуйста, нам по поводу матча, который сегодня был с Ладой, как он сложился, насколько доволен игрой. Ну, в целом, то, что я просил, что мы просили вообще тренерским штабом, они выполнили, ребята, то есть старались, особенно просили сегодня в перестроениях, в защитных, значит, в общекомандных. Вот, то, что где-то что-то получалось, в основном где-то, наверное, процентов 70-75, наверное, получилось. Вот, естественно, нам надо это все улучшать. Я надеюсь, с каждой игрой мы будем это делать. Единственный вопрос остается, но это тоже благодаря сопернику. То есть у нас сегодня не очень получалось выходить из обороны в атаку. Вот, над этим тоже надо работать. Вот, понравилось желание, стремление, самоотдача. Но практически никому претензий нету. То есть как бы все отработали, ну, практически на максимум. Совсем скоро у нас возобновляется чемпионат. Над чем еще нужно поработать, какие компоненты нужно улучшить? Ну, опять же, вот то, что я не буду повторяться, это опять же это в переходных фазах тоже нам надо улучшать игру. В обороне, в средней части поля, это прессинг. Вот, то есть за одну неделю, естественно, не сделаешь, но опять же у нас, если посудить, опять же у нас 30% опять новая команда, поэтому несколько человек ушло, несколько человек пришло, опять это все быстро не делается, поэтому нужно время, у нас его, как всегда, нету, вот, через 10 дней мы стартуем опять, ну, будем в тренировочном процессе это улучшать. Спасибо.